Благотворительный турнир в поддержку тяжело больной саратовской журналистки Ольги Козловой пройдет 25 июля в Фоке Звездный. Подробнее о мероприятии расскажет наш спортивный обозреватель Александр Филин. Вам слово, Александр. Спасибо, Елена. Сейчас Ольге требуется очень дорогостоящее лечение в Германии. Коллеги-журналистки вместе с региональной федерацией КУДО решили организовать турнир, в рамках которого пройдут выступления профессиональных бойцов КУДО, трехкратного обладателя Кубка мира по кикбоксингу Дацы Дациева, а также состоятся поединки по правилам КУДО среди саратовских журналистов. К другим темам. На саратовском ипподроме разыграли самые престижные призы сезона для лошадей орловской породы. Серый жеребец «Пион», представленный Хреновским конезаводом, установил своего рода рекорд. Пятый год подряд взял приз легендарного «Пиона». Дистанцию 1600 метров жеребец пробежал за 2 минуты 8,1 секунды. Приз «Барса» достался жеребцу «Блоку». Он занял первое место с резвостью 2 минуты 10,9 секунды. Победитель так разгорячился, что чемпионскую попону пришлось надевать вчетвером. Приз «Ковбоя» достался жеребцу по кличке «Кайф». Его результат – 2 минуты 12,8 секунды. Уже в эту субботу, 26 июля в 12:00, на саратовском ипподроме состоится еще один конно-спортивный праздник. В его рамках будут разыграны главные призы среди лошадей рысистых пород, в частности, большой саратовский приз и летний открытый приз. Вход на ипподром традиционно свободный. В городе Зуль, Германия, проходит чемпионат мира по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены Саратовского областного спортивного центра развития адаптивной физической культуры и спорта Сергей Малышев и Евгений Удалов выступают в составе сборной России. По итогам первых дней соревнований у Сергея Малышева 2 серебряные медали в упражнении П1 и упражнении П1 суперфинала. Впереди у спортсмена соревнования в упражнении П3 и П4. Евгений Удалов в упражнении В4 набрал 617 очков и занял 40-е место. Это все о спортивных событиях к этому дню. До свидания. Спасибо, Александр.